Я в этом деле благодаря отцу. Он отдал свою жизнь ради познания космоса. Ведь космос — наше будущее. Начинаем психологическую оценку. Опишите ваше эмоциональное состояние. Я спокоен, уравновешен. Полностью готов к выполнению поставленной задачи. Я сохраню самообладание и концентрацию. Просто вылитый отец. Он первым добрался до границ Солнечной системы. Он был пионером. Но он был не просто астронавтом. Назовите цель вашей миссии. Моя цель — остановить бесконтрольную реакцию антиматерии, которая угрожает всей Солнечной системе. Приближаемся к Марсу. Спейском уверены, что в этом виноват мой отец. Мы стоим у истоков чего-то важного. Что же он нашел в этой бездне? В космосе наш враг не человек или что-то еще. Бесконечная пустота. Подари миру наше открытие, сынок.